у тебя вырос этот мелкий-то, 17-й. Мальчик золотой! 34 шайбы за сезон! Харламов! Должен читать их мысли. Ты должен понимать, что у них на уме раньше, чем они сами это поймут. А ты вообще не понимаешь, о чем думаешь. Ты же игрок с явно выдающимися способностями. Вот как можно тебе не давать играть? Приготовились Михайлов, Петров и Харламов. Я воспитал сборную, которая в состоянии выиграть у любого соперника. Катастрофа надвигается. Жить и играть. И делать выбор, Валера, каждый день. Может быть, вы уже лучшие в мире? Как у вас так просто все? Не может без тебя сборная. Едем в Канаду. Я всегда мечтал сыграть с канадцами, чтобы надрать вас вместе с нашей сборной. Твой номер 17-й. Его весь мир знает. На тебя вся страна смотреть будет. Скоро в кино.